Спасибо большое. Спасибо. Эта история достойна экранизации. Потерянная награда спустя 36 лет нашла героя. В 1984 году маленькая девочка Екатерина нашла в сугробе орден Красной Звезды. Она принесла находку домой и поначалу не придала ей никакого значения. О высоком статусе награды узнала только, когда подросла. И совсем недавно решила отыскать героя, чтобы вернуть ему орден. Принесла домой, отдала бабушке. Она мне объяснила, что это орден Красной Звезды, и как-то все благополучно об этом забыли. Вещи разбирали и наткнулись на него, и вспомнили. Год назад обращались к поисковикам, но как бы они не особо могли. Вот обратились к Народному фронту. Активисты ОНФ смогли отыскать участника Великой Отечественной войны буквально за неделю. Сделали запрос и по именному номеру выяснили, что этим орденом был награжден участник войны Петр Иванович Желуницын. В числе его наград есть также медали за отвагу и за оборону Сталинграда, орден Отечественной войны первой степени. В Самаре сегодня живет сын героя Юрий Петрович Желуницын. На встречу он пришел с внуками. Он был танкист, он был комиссар. Да, я читаю. Рассказывать о войне он очень не любил, но по воспоминаниям однополчан, потому что мы после, вот уже когда приехали сюда, в Самару, часто однополчане приезжали, мы к ним ездили. Отец был просто беспримерной храбрости, но не зря все-таки, наверное, во время войны просто так не давали ордена, у него 4 ордена. Сегодня же Екатерина Новоселова смогла увидеть фотографии Петра Ивановича. Он запечатлен супругой, вместе с которой прошел через всю войну. Ведь именно ради этой памяти орден Красной Звезды пролежал в ее семье 36 лет. И спустя годы был возвращен в семью героя. Олег Зверев, Максим Гусев. События.